Всем привет, ребят, и сегодня вашему вниманию я представляю вам топ-5 самых популярных видео по игре Warface. В данном топе будут собраны самые популярные видео по количеству просмотров за все время и во всем мире. Также я планирую сделать в следующий раз другой топ, где будут собраны только русские блогеры. Если, допустим, на этом видео наберется 5000 лайков, почему бы и нет? Так что в этот раз все зависит только от вас. Я надеюсь, что данная рубрика приживется на моем канале, где я буду выпускать видео по топам, связанные с Ютубом и связанные с Warface. Если такой формат роликов вам понравится, то не забудьте поставить большой и жирный лайк. Если же формат вам не понравится, то отпишитесь в комментариях и попробуйте расписать, почему мне не стоит продолжать. Так что на этом все, не буду тянуть ваше время, давайте приступать. На этот Новый год Дед Мороз дарит кредиты. В честь праздников VF Pinball готов раздавать абсолютно все свои сбережения. Шансы выиграть значительно увеличились, и уже сотни игроков получили в подарок по 10 тысяч кредитов. Единственный сайт, на котором всего за пару кликов и 190 рублей можно выиграть целых 20 тысяч кредитов. Не веришь в Деда Мороза? Проверь по ссылке в описании. На 5-м месте расположился видеоролик от официального канала Warface. Это гайд, как начинать играть в Warface. Так что если вы еще не играете в Warface, но хотите начать, хотя не знаю, зачем вы тогда смотрите этот видеоролик, то в принципе можете посмотреть данный гайд. Хоть и информация в нем некоторая устарела, но все же есть пара отдельных советов. Ролик собрал 2 миллиона 120 тысяч просмотров за 3 года существования. Четвертую строчку топа занимает пользователь Морис. Он снял рэп-баттл между Counter-Strike и Warface. За год его видеоролик посмотрели 2 миллиона 200 тысяч раз. И давайте посмотрим небольшой фрагмент его рэп-баттла. У микро Warface, да, я снова здесь. Я пришел на батл, чтобы на свой трон сесть. Counter-Strike назвал меня говном и бросил вызов мне. Знай, пока мы с тобой батлим, ты купаешься в говне. Тройку лидирующих роликов открывает русский мясник. Думаю, большинство из вас его знает по таким играм, как Counter-Strike. Но также 3 года назад он выпустил ролик и по игре Warface. За 3 года ролик посмотрели более 3 миллионов раз, за что его и поздравляем. -3! -3, бать! -4! Бачка! Косой! С отрывом 700 тысяч просмотров второе место занимает трейлер Warface, выпущенный 4 года назад на официальном канале игры Mail.ru. За это время его посмотрели 3 миллиона 700 тысяч раз, и я думаю, каждый из вас видел этот клип. Ну и почетное. Первое место занимает испаноязычный музыкант под никнеймом Таус, который на своем канале выпустил рэп-клип про игру Warface, и за год этот видеоролик набрал 4 миллиона 700 тысяч просмотров. На данный момент это абсолютный рекорд среди всех роликов, которые как-то связаны с Warface. На его канале это, конечно же, не впервые, то что такое огромное количество просмотров, у него были ролики и по 30 миллионов, и по 5 миллионов, и по 10 миллионов, но тем не менее этот ролик я тоже не мог сюда не включить. И в завершении этого топа я предлагаю вам послушать маленький фрагмент этого клипа. Ну вот и подошел к концу мой первый топ на канале. Если вам такая рубрика понравилась, то не забудьте оценить его лайком. Если же нет, то обязательно напишите в комментариях, почему. Мне интересно почитать ваше мнение, потому что делать это ради себя мне нету смысла. Весь контент на канале делается исключительно ради вас. Так что не забудьте оценить или написать в комментариях, что мне исправить. На этом все. Всем спасибо и всем пока.